Жизнь в мегаполисе накладывает не самый лучший отпечаток на нервную систему. Уже очень много раздражителей. То ли дело уехать с друзьями подальше от этой суеты. Туда, где можно отдохнуть от техногенного и информационного шума. Бесконечной беготни куда-то и зачем-то. В постоянном поиске чего-то. В этом году наш выбор пал на озеро Энгозеро в Северной Карелии. Сказать, что озеро красивое, ничего не сказать. Его нужно видеть. Наша первая стоянка на Энгозере – остров, похожий на корабль. А мы, словно пассажиры, готовы отправиться в увлекательное путешествие и совершить новые открытия. Если забрасываться со стороны трассы Кола, будьте готовы преодолеть небольшие препятствия в протоках между озер. Ну а мы готовы отправиться в путь в неведомые дали, открыть для себя нечто новое. Нас ждут необитаемые острова с уютными стоянками, красивые пляжи, рыбалка и многое другое. Мне до пояса. Смотрите. Вот, смотрите. Я еле поднимаю ее даже. У меня уже все, рука дрожит уже. Ой, теперь самое ужасное – это чистить все это. Мы успели застать морожку. Пользуясь случаем, ходили на заболоченные берега озера собрать к столу столь ценную ягоду и разнообразить свой рацион питания. Смотри, ничего себе, на выбор я сделал. Такой, да? Что? Получится? Вытащить. Давай. Ну, сейчас не надо, сейчас зацепим. Сейчас смотри, весло леску не порежь. Угу. Сейчас я его. Ух ты. Загнался. Опа. А, хорошо, вовремя вытащили. Да. Ничего себе. Да, такой. Ёлка.
Ходя на байдарках среди изрезанного берега и островов, мы видели на камнях лишайники, напоминающие древние петроглифы. Казалось, что Создатель хотел сообщить нам что-то важное через эти причудливые узоры. И мы искали пляж своей мечты и нашли его. Свои палатки мы поставили у самой кромки воды и могли дотянуться до воды, не выходя из них. И в свободное время каждый из нас мог заниматься любимым делом. А я просто ходил по песку босиком, и со мной ходили мои друзья. Мы видели дорогу, которую кто-то строил к одному из островов, и не упустили возможность бросить свой камень. Мы оставили там тур. Увидев его, вы сможете внести свой вклад в общее дело. Одним утром, пока все спали, двое из нас отправились на байдарках на озеро. И сидя на большом камне маленького острова, они слушали ветер и мечтали. И в разных местах, где они останавливались, ставили туры, чтобы отметить эти места. И если мы вновь вернемся сюда, увидев их, мы вспомним о том времени, когда были здесь, где стояли с палатками, где пели песни под гитару.
Последний день, плотно позавтракав, мы отправились к финишу нашего путешествия. Поселок Энгозеро. Поезд, который отвезет нас домой, уже в пути.